Полетел он в пропасть бездонную. Забаву путятишку, перед собой в седло посадил. Ох, забавушка, устал я, урулиха. Это конь! Мчитых конь сорочинский гор к славному городу Киеву, а пленники освобожденные вслед за ними спешат. Ходит в тревоге поборница Владимир князь, тревожно летят фокные бояре его приближенные, все вести из гор сорочинских ждут. И вдруг затрубили трубачи, заликовал народ на улицах, радостные крики от ворот несутся. Выбегает на крыльцо князь Владимир, а у воротах богатырь молодой на коне, и племянница княжеская с ним, ну и счастье, ну и радости. И пошел тот пир во дворце Владимира, князя Стольнокиевского, такой пир, что ни в сказке сказать, ни перо писать. А после угощения плясать пошли. Горыныча с той поры на Руси только сказки остались. Я понравилось? Ты говорил, будет долго. Ты только один. Понравилось?